Друзья, привет всем, меня зовут Павел, это канал Альфа Мото. Сегодня мы поедем кататься в лес, да, там будет песчаная дорога. Поеду с целью пожарить купат с девчонкой, половить рыбы, если что поймаем. Ну и в общем-таки прокатнемся. Вот, посмотрим, как поведет себя мотоцикл на внедорожье, а именно по песчаному грунту, на дорожной резине, замечу. И что из этого выйдет, сейчас мы это все увидим. Так, выход положение. Пакет. Так микрофон там знаешь. Вот держу так вот, сюда его запустил. Сами видите, какая сегодня погода. Вот. Короче, не очень, блядь. Надо подзаправиться. Дизельным топливом. Вторая колонка, 92, 3 литра. А я, наверное, сейчас буду одевать перчатки, потому что похолодало. Это называется солдатский мост. Там ну, дикая местность, короче, военная типа территория, но она открыта. Как бы никем не запрещено, что туда есть нельзя. Туда езда по песчаной грунтовой дороге, это где-то километров 6, наверное, до этого моста, или даже 8. Так, короче, друзья, все, мы к месту подобрались. И нас встречает здесь на въезде. Охренеть, какое, блядь, болото оно. Ебать. Я газку еще подам, не переживай. Я ближе к берегу, да. Резина Митас Е08. 80% асфальта, 20% оффроуда. Посмотрим, что из этого выйдет. Охренеть, как красиво. И самое главное, запах, ребята, это просто непередаваемый. Тут уже просто повеселейно. Вот они, первые веселые моменты. Чисто трасс для эндуристов. Но для одного. Но я еду сегодня со вторым номером, так что только так. Ну так вообще в целом-то едет, даже и, кстати, заносов-то и никаких нет. Нормально, да? Нормально. Просто на песке, если ты начинаешь газу не давать, он и ехать перестает, начинает переднее колесо закапывать. Вот. А когда побольше газа даешь, он, блядь, держится на месте. Так что, как так. Да? Ну а что? Нормально. Я здесь, кстати, не сказал, куда мы поедем, но я ей сказал, что ей понравится. Первый, кстати, у меня внедорожный покатушки, так что прошу строго не судить. Вот. Самому просто интересно, как на мотоцикле будет удобно пересекать вот такие вот местности, потому что раньше я ездил и по полевым дорогам, и вот опять же сюда я ездил, это было все на мопеде. Вот. Но тем не менее он ехал, так что... А мотоцикл-то вообще пофиг. Чем мне интересны такие дороги, тем то, что ты едешь и ты забываешь обо всем. Тебе нужно следить за дорогой и просто кайфовать от поездки. О. А, наверное, грибники здесь стоят. Грибники полюбасу. Ух ты, ебать.
вот это нормально было, блядь. Да. Вот о чем и говорил, тоже газ сбросил, отвлек, переднее колесо начал уходить. Вообще, блядь. Ништяк вот, блядь. Да, подвеска работает отлично. Вообще, какого-то дискомфорта ты едешь, просто не ощущаешь. Первое какое-то болото. Тут, наверное, рыбы нет. Хорошо. Птички чирикают. Ебать тебе в рот, блядь. Чел, я тебя даже не видел. Браконьер, наверное, какой. Давай, отдохнем чуть-чуть. Ебать! Я не знал, что там так глупо. Вот так вот, друзья. Первое покорение лужи. Не увенчалось успехом. Девка себя промокла, блядь. Что, как тебе первое покорение лужи? Нормально? Пойдет, да? Ну что, ничего не сделаешь, надо ехать вперед. Нет, только вперед. Купаться хочешь? А? Ну сейчас поедем, будем готовить. Так, первая скорость. Держим равновесие. Вторая скорость, потому что на первой скорости скучно. Вот она, бетоночка, которая идет как раз к мосту. Все, мы приехали, да, вот он, этот мост. Да, ништяк. Вот тут мы сейчас прям там где-нибудь. Ну, бля, собака, смотри. Немецкая. Хуйся. Вся грязь полетит, аккуратно. Так, трещение, смотрите, ребятки. Пишите в комментариях, увидели вы клещами в ботиночке. Красиво как-то.
Ну все, наверное, приехали, что. Пойдет. Ну еще. Ну вот, друзья, добрались мы вот до такого вот места. Сейчас будем жарить купаты и ловить рыбку, потому что сегодня я также не только с бабой с купатами, но и с удочкой. Мотоцикл справился успешно со своей задачей, мы сюда доехали. Вот, весь мы его подобосрали, конечно. Сидит, ждет. Все почти готово. Мужик тебя спас. Все в интернет. Поднимайся туда, иди по прямой там. Чуть-чуть левее, там пески сейчас будут охуенно. Боже, что происходит? Паша сказал, что я не испортила настроение. Типа, у меня испортилось, и я не мучу. Я сейчас мучу, я помучу. Сделала это, не нравится. Сейчас. Ему не нравится. В итоге сказал, что я заебала спорт, мне обиделась, и мы собрались в спорт. Погнали, погнали! Опа-на! Слазь давай, пешком иди, а я проеду на. Все, поехали теперь. Ебать. Колёсико помыли. Песок смыли. Итак, друзья, вот так мы сегодня покатались по лесу, по песчаному грунту. В общем, было классно, сытый животик, заряд бодрости и отличное настроение. Всем спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Всем добра, всем удачи, а с вами был Павел, канал Альфа Мото. От мопеда до мотоцикла с нуля километров. Всем пока!